Одна из секций предстоящего республиканского августовского совещания проходит в Чистополе. Здесь педагоги из самых разных городов подводят итоги работы за год и оценивают деятельность местных дошкольных учреждений. Сад предоставляет широкий спектр дополнительных образовательных услуг. Делегация посещает сразу несколько детских садов. «Мозаика» – одно из тех дошкольных учреждений, которые успешно реализовывают на своей площадке языковые программы и все те направления, необходимые для всестороннего развития детей. В процессе экскурсии гости посещают занятия, берут на заметку инновационные методики и авторские разработки чистопольских коллег. Управление образования, директора школ, заведующие детскими садами провели большую работу. И вот сейчас мы должны смотреть, ознакомиться, дать оценку, иметь какие-то возможности для трансформации другим районам республики, опыт Чистополя. Когда ты приезжаешь в муниципалитеты, небольшие города, и видишь, насколько высокий уровень именно дошкольного образования, то... Значит, дорогого стоит. Прекрасный сад, прекрасное оснащение. Видно, как приложена рука каждого сотрудника, не только педагога, а каждого сотрудника этого детского сада. Красота неимоверная, но самое главное – это, конечно же, дети. Поэтому интересно посмотреть, как работают соседние педагоги, чтобы, наверное, вот интересные вещи, изюминки взять себе на вооружение. Реализация госстандартов, работа с молодыми кадрами, школа наставничества. Направление в Чистополе реализуется успешно. Участники выездного заседания убеждаются в этом в ходе практической части. Уже на пленарном заседании идет обсуждение главных тем. Они касаются стратегического развития дошкольного образования, в том числе новых подходов в обучении дошкольников двум языкам в условиях этнокультурного образования. Вопросы языкового воспитания, они сегодня выходят на первый план. Как вы знаете, в республике, президентом республики год был объявлен годом родных языков и единства, народного единства. Мы сегодня должны говорить, что знание языка помогает любому человеку в жизни определить свою траекторию образовательную, жизненную, и до конца жизни знание языков поможет, это однозначно.